Студенчество филолога, будущего языковеда, неразрывно связано с библиотекой. Здесь, рассказывает Сергей Манцков, с однокурсниками изучали классику и сидели над конспектами. Но не всегда студенческие годы ограничивались только учебой. У нас в подвале, не знаю, как сейчас, стоял теннисный стол, где происходили занятия настольным теннисом, спортивная секция. Ну а мы имели доступ, ты спускаешься в подвал, и стоит теннисный стол. И вот однажды с Сережей Мягковым мы заигрались так, что решили, ну что мы на социологию не пойдем, и не пошли на социологию. А в этот день выставляли автоматы, на которые мы железно проходили. И в итоге в теннис мы проиграли экзамен по социологии автомат, и пришлось его сдавать с билетами. И на этом веселье не заканчивалось, делится выпускник педагогического. Были веселые рифмы касательно преподавателей, были шпаргалки, в общем-то, все, как и у других студентов. А вот учеба в высшей школе у отца Александра Микушина несколько отличалась. Хотя бы потому, что наряду с привычными университетскими дисциплинами изучал литургику, церковное пение и богословие. Но студент, он же всегда студент. Грешил, каюсь. Даже прокурил несколько уроков по иконописи, да. Ну, я так уж в кавычках говорю, прокурил. Не посещал, и вот не знал даже о том, что икону можно делать из не только из дерева, там, из бумаги, но из любых хороших и материалов. И прогулы не прошли бесследно. Православный батюшка однажды рассуждал на известном портале о том, что каменные изображения святых имеют мало общего с настоящей религиозной атрибутикой. Но после ошибку пришлось признать. Прогулял, сказал отец Александр. Для Галины Зориной, актрисы Краевого театра драмы, все началось с театрального училища в Иркутске. Там были первые сомнения в себе, как в артистке, и первые профессиональные успехи. Сегодня, после 35 лет работы на алтайской сцене, она с улыбкой вспоминает свой первый экзамен в театральном. Сыграть пьесу и группе тогда нужно было на французском языке, которого на должном уровне никто не знал. Мы придумали маски. Маски такие большие, нашли простыни, и все это было очень эффектно. Ходили с масками, а внутри маски был написан французский текст. Но никто этого даже не заметил. В общем, нам всем поставили пятерки, мы были просто счастливы. Сегодня героем нашего сюжета уже не до зачеток. А вот нынешние студенты отметили свой праздник по всем традициям. И одна из них – молебен, в ходе которого молодые люди могли окропить свои зачетные книжки. Так наверняка экзамены будут сданы на отлично. Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком.